25-летняя Юлия Волкова показала стройное тело в провокационном аутфите. Поп-звезда снялась в декольтированном боди-мини. Бывшая солистка группы Тату похвасталась достоинствами своей яркой внешности. Юлия продемонстрировала эффектный стрит-стайл. Она надела пикантный наряд, состоявший из прозрачного боди с глубоким вырезом и коротких джинсовых шортов. Волкова дополнила оригинальный лук белым жакетом, декорированным бисером и стразами. Она выбрала массивные кроссовки в тон. Певица оставила волосы распущенными и сделала броский макияж с акцентом на глаза. Она украсила шею тонкой цепочкой с крестиком, инкрустированным камнями. Миниатюрная красотка высказалась о своем питании. Эффектная брюнетка подчеркнула, что ее рацион составлен с помощью опытного диетолога. «Ну что, мои хорошие, как вы поживаете? Кушаете много? Я сыта, не голодаю, ем, и достаточно много, но при этом я сбрасываю лишнее, прогоняю лишнюю воду. Ну и конечно же спорт никто не отменял, даже сидя дома. Пока у вас есть время, займитесь собой. Поставьте цели, изучите свой организм и питайтесь правильно», — призвала поп-звезда. Поклонники Юлии похвалили ее за стройность и положительный посыл. Многие отметили длинные ноги и загар артистки. «Очень красиво, ты потрясающая. Красивая и сильная, понравилась очень привлекательная девушка. Какие ножки, божечки. Вы ведьма, раз едите и не поправляетесь. Ого, загорелая секс-бомба, бестия, люблю вас», — указали они. Волкова призналась, что ее вес не достигает 50 килограммов, но является для нее оптимальным. Она снялась в дерзком бикини на пляже. Юлия впервые показала таинственного возлюбленного, за которого вышла замуж летом 2018 года. Она опубликовала редкие фото со своей 15-летней дочерью Викторией.